Вот куда вы? К тому же вы туристы. Может быть, в Калининграде вы присмотрели какое-нибудь такое местечко, которое можете рекомендовать? Ну, мы вот первый день гуляем. Да, поэтому пока еще... по Калининграду очень сложно, как честно. Раз первый вот мы намечаем, куда да, бы. Да, да, вот только вышли, идем гуляем. Мы тут на недельку приехали, да, и да. пока еще не определились. Вот сейчас изучаем интернет, смотрим, куда поехать. Может быть, вам нужен хорошо информированный гид? Посоветуете? Может быть. Да хорошо, если брать не Калининград, какие исторические места, которые вот вы вот запомнили, вот прям в вашем сердце вот сидят? Это не Россия, может быть. Ну, Италия. Италия, Рим. Рим, это вообще вечный город, это наша вечная любовь, да. Это просто даже это не самый известный, да, вот достопримечательность, просто прогулка по городу, там каждый дом это история, там все дышит историей, там каждый камень с тобой говорит. Рим это просто. Причем, что город, ну, достаточно, скажем так, захламленный, грязный. То есть, вот в нашем понятии у нас все-таки города, ну, реально, более чистые туристические зоны. Рим, он более такой, но все равно настоящим дышит историей. Вот Рим это. А начали вы все-таки говорить с того, что город дышит любовью. Может быть, для вас с Александром это какой-то знаковый город? Да. Да? Так и есть, да. Ну, расскажите, расскажите. Нет, это очень... Александр уже начал рассказывать. Рассказывайте. Нет, так это наша была первая поездка, когда мы познакомились. Это вот как раз было... Впервые остались вместе в Риме. Можно сказать, был медовая неделя. Да, да, да. Поэтому Рим теперь для вас это самый главный город. Да, ну потому что мы потом бывали в других местах. Но как бы Рим это было начало наших совместных поездок. Ну, если вы приобретете в Калининграде хорошо информированного гида, то Калининград вам тоже очень понравится. Вот исторические места, которые, может быть, это какие-то очевидные памятники, достопримечательности. Может быть, это вы, для вас какой-нибудь камень, вот где вы первый раз поцеловались, и он для вас теперь много значит. Здесь мы часто вот с ним гуляем. Мы познакомились, можно сказать, где-то. И вот встречались здесь, вот по набережной. Да и все время гуляем. И вот же и под старость лет. Пройдемся вот. Идем не на автобус пошли, а пешочком прогуляться по нашим местам. Вот здесь мы часто. То есть это для вас самое дорогое историческое место? Потому что это оно создало историю вашей семьи. Да, да, да. А где первое свидание-то было? Ну, если вы здесь. Первое свидание возле колеса. Так, в чем была ваша будущая жена? Куртка, брюки. Это родина. Куртка, брюки, правильно помню? Да, да, да. Ну тогда было тепло. Помню, да, было тепло. Мы даже не одевали куртки. А цветы принес? Да, какие цветы? Он все время, знаете, гвоздики. Мне вот уже сколько лет все время дарится сирень. Да, 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 да. Вспомнила. Хорошо, что ты помнишь. Не говори. Как хорошо, что я к вам подошла. Да, смотрите, у вас какие воспоминания побежали. И нам, молодым, тоже вот на вас смотреть и учиться. Спасибо вам. Какое для вас какое-нибудь очень важное историческое место? Это не обязательно Россия, не обязательно Калининград. Может быть, где-то вот вы были и запомнили. Не знаю, мне вот нравится это место на Верхнем озере, музей Интаря, и я прям люблю просто приезжать, приходить сюда, гулять по озеру. Наверное, вот оно полюбилось так в душе. Здесь заходишь в ворота и попадаешь в другой мир. А вы знаете, что находилось в музее Янтаря вот ровно 72 года назад? Нет, еще не посещали музей Янтаря. Как-то ходим кругами, еще там не были сидеть. Не знаете, что 72 года назад, как раз сейчас там, где развивается красный флаг, то именно там наши советские солдаты, красноармейцы, водрузили знамя советское, и это ознаменовало то, что мы взяли неприступный город-крепость Кёнигсберг. И это именно на этой башне было. Башня Донна. Знали об этом? Нет. Новая информация. Вот теперь уже с другим вдохновлением сюда ходить. Конечно. Такое... Видите, как хорошо, что я к вам подошла. Очень классное место. Да. Да.